Приветствую всех зрителей. В домашнем архиве нашел вот такую замечательную кассетку. Это кассета 1996 года, то есть ей 25 лет уже. Здесь мои программы на компьютер, для компьютера ZX Spectrum. В настоящее время мне удалось пока установить только игровую свою программу Tetris, которую я написал в 96 году. Исходный код программы писался на ассемблере Jens, возможно, кто-то помнит такой пакет от компании HiSoft DevPack. Дисковода у меня тогда не было. Запись программ своих вел на магнитную ленту. Итак, вот исходный код. Я его здесь, естественно, подредактировал, потому что восстанавливал куски кода. Комментарии вот некоторые писал. Сейчас откомпилирую код. Вот он откомпилировался и запустился Tetris. Вот такой незамысловатый. Где-то я, по-моему, на Денде или на Сеге тогда в те годы подсмотрел. Вот внизу вы видите контур фигуры падающий, куда она упадет. И я тоже захотел такое дело реализовать. Вот этот стирающиеся блоки удаляемые при заполнении линий. Я тоже где-то подсмотрел вот эту анимацию удаления. По-моему, тоже на Сеге. Или, ну, сейчас даже не вспомню, где это давно было. Игрушка, несмотря на то, что микропроцессор работает с частотой всего лишь 3,5 МГц, довольно-таки живо идет. Размер кода здесь 3326 байт. То есть вот эта вся игра, она в 3326 байт. Если не использовать подсчет статистики, вывод текста, вот вы видите, 1996 Watsoft LTD. Это здесь написана была процедура, которая обычный шрифт переворачивает и делает вывод шрифта снизу вверх или сверху вниз. То есть, если подобные все прибамбасы, так скажем, не использовать, то программа была бы, я думаю, уложилась бы в 800 байт, ну, может быть, в 600-700 байт. То есть, если просто Tetris без всяких эффектов, без звука, вот этих вот, без эффектов стирания, естественно. А если изощриться, можно вообще в 256 байт, я думаю, написать Tetris. Проблем в этом нет. Если убрать все лишнее, минимизировать, ну, я думаю, это ни к чему. Так, вот я вернулся в прошлое на 25 лет. Удалось мне восстановить свою программу Tetris 96 года. То есть этой программе 25 лет. Напомню, что это программа для такого популярного компьютера, как ZX Spectrum. Писал я эту программу на компьютере Synthes 2. Вы можете найти у меня на канале соответствующее видео, в котором я рассказываю о своем первом компьютере и своих первых шагах в программировании. Вот такое было видео. Возможно, кому-то интересно. Кто-то, возможно, вспомнит свою молодость, свои первые программы. А может быть, даже игровые программы из вас кто-то писал, как я вот, например. И вы поделитесь своими воспоминаниями в комментариях. Мне будет очень приятно об этом услышать. А сейчас я благодарю вас за внимание. Всем спасибо, здоровья вам, удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всего вам доброго.